Всем привет! Сегодня начинаем мы свой влог с распаковки. Заказала вот такой вот чай на 8 марта с ветровки на Валберес. Один лишний заказала, на всякий случай. Кому-нибудь тоже подарю. Свекровка у меня была, пока у них ремонт дома делали. Я им делала свои чаи фруктовые. Им очень понравилось. Заказала вот такие вот ей. Так, вкусно пахнут. Правда, баночки маленькие здесь. Такие две коробочки заказала. Может, еще кому-то подарю, на всякий случай. И вот такую вот мини-вафельницу. Здесь есть вот такая вот книжечка. Здесь есть рецепты вафель. Будем с вами готовить. И как раз поделюсь с вами рецептами. Эту крошку я сюда поставлю. Здесь у меня вафельница моя любимая, незаменимая, неповторимая. Я здесь тосты только делаю. Здесь уже подгорела. Этой вафельнице уже 5 лет. Ее приданная мне тетя принесла. Я очень поздно вышла замуж, в 36 лет, почти в 37. И родила своего старшего сына в 38. Да, поэтому у меня детки маленькие. Вот. Сегодня я себя не снимаю, потому что еще не успела себя в порядок привести. У меня младший приболел. 2 дня мы не спим. Сейчас позвала племянницу, чтобы она пришла, помогла хотя бы на часок до школы. Пока я детям кушать приготовлю. Так, ребята, пишите комментарии, кому нужны рецепты. Я тогда оставлю в описании все эти рецепты вам. Сегодня я, наверное, буду готовить вот такие вот вафли бельгийские. У меня уже есть готовые. Поэтому, если нужны рецепты, пишите, я оставлю в описании. Здесь вот кашку приготовила старшему. Готовлю по чуть-чуть, чтобы свежую каждый день. Здесь вот сейчас младшему буду готовить бульон. У меня здесь косточка куриной грудки, кость. И сюда положу тыковку, морковочку. И потом все через блендер. Когда дети болеют, вообще ничего не хочется снимать, но вот... Сейчас снимаю одной рукой, чтобы хоть что-то вам выложить. Здесь у меня вот тыковка есть замороженная. Морковочка у меня уже готовая, через терку можно и кусками, конечно, положить. У меня уже готовая, я ее положу. Здесь вот индикатор, если выключился, значит, нужно уже заливать вафельки. Смотрите, очень быстро приготовила вафельки. Вафелька наша, вафелька. Сейчас будем дальше готовить. Сейчас пусть остынет, остынет. Вот и мой такой носовик получился какой. Сейчас я вот такие баночки налью от Агуши. Так, мы сейчас немного покушаем. Сейчас еще одну баночку зальем, наверное, выйдет еще одна. Вот такие две баночки мне вышло. А это вот сейчас он покушает. Сколько у нас получилось. Так, это сегодня мой обед. Нашла в супермаркете вот такие вот сливовидные черики. Прикольные такие. Посмотрим на вкус сейчас, какие они. Рок, подгузники нужны, но сейчас пойдем в Рамазане возьмем. А вот это возьми тоже. Вот мои покупочки.
Здесь такого ничего особенного. Это мед вот. Варенье, кабачковая икра, творог, масло сливочное, закрома. Это молочный коктейль муж сына взял. Нет. Воду для себя взял, яблочки. Нет. Еще конфетки. Ау-ау-ау. Кукурузный крахмал я взяла. Хочу делать заготовки из теста. И вот такую вот рисовую бумагу взяла. Тоже буду делать овощные спрингроллы. Может, куриные сделаю. Кофе. Что еще? Ну и все. Зеленый лук, королек. Сынок, давай. Давай, коктейль будешь пить. Где твой киндер? Смотри, киндер папа тебе купил. На. Это вот то, что заказала на Валбрисе. Такие зип-пакеты для заморозки. Давай, открой. Вот таких два контейнера. Один себе заказала, чтобы сына с собой таскать, когда выходим на улицу. И это племянница Адам. Ну и вот такой вот грызунок заказала. Молодец. Нет, пойдем, мы пошли на эту пришли играть. Пойдем, пойдем. Нет, он хочет туда. Пойдемте на это игровой. Сейчас будут этот мыльные пузыри там, короче, какие-то. Где игровая? Вот турбо, на третий этаж. Пойдемте на третий этаж, поднимайся. Держи его, держи ноги, чтобы не остались. Пойдем на лифт. Вы идите на лифте, я пойду с Маликом. Мурат, иди на лифте, да, с ним? Нам на третий же этаж. А что, где лестница дальше? Поднимайте. Аккуратно, не спешите. Сейчас потеплело, хоть можно вывести детей в игровые сводить. Я вот старшего сына хотела отдать на развивайку, мы нашли около дома, но, к сожалению, там как мини-сад идет каждый день, 5 раз в неделю, с 9 утра до часу дня. Я же хотела 2-3 раза в неделю, по часу полтора. За это время я могла бы сходить в фитнес-центр куда-нибудь. Так как после родов я практически не скинула, сейчас мы вели прикорм, я думаю, что можно уже худеть. Недавно я услышала слова одного психолога, что не развивайки развивают детей, а ежесубботне нужно водить детей в музеи, на разные выставки, на музыкальные концерты, в походы. И тогда мозг включается. Наслаждение ребенок получает визуальное, кинестетическое, аудиальное, и хочешь не хочешь, он запускается. Тогда он начинает интересоваться. Пошел в поход, получил удовольствие. Увидел красивое, засмотрелся, замер. Так рождается интерес мозга к чему-то, когда детство ребенка насыщено и разнообразно, когда очень много стимулов, чтобы мозг на них реагировал. Так что выходите с детьми почаще. Итак, сегодня здесь в Турбо меня пригласили с моими веселыми скользкими друзьями. Смотрите, мы зовем их мыльными пузыриками. Когда ловим, они лопаются, а когда попадают в глаза, что происходит? Да, поэтому берегите глазки и не заступайте за ограждение. Смотрите, прыгайте на потоке.
Виктор, очаровательная улыбка, да? Просто улыбнись. Спасибо. Спасибо. Ты пиццу покушал свою с картошкой фри, Маля? Покушала на карте фри? Не кушал. Почему не кушаешь? А, здесь вот такая вот комната есть. Сейчас мы здесь будем кушать, да? Переоденемся. Все, попку помыли.